в ресторан La Cafe de Beauty, творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сайфуд. Ну что, гайз, сейчас сюда поставлю видеокамеру или прям поставлю, может быть, прям на стул сюда. Посмотрим, как это будет здесь. Ох, красота! В общем, приготовила себя. Вообще, варила супчик, но получились макарошки. Так что вот. Макарошки с красной фасолью. Когда нужно принести сейчас принесу ложку, все-таки такой более супчик получился, чем макарошки. Кастрюльку сюда, хотя не знаю, можно сюда горячее ставить. Ох, кто знает, можно ли на этот поднос. На салфеточку поставлю, на салфеточку. Поскольку у меня видео сейчас 30-минутное видео, мой компьютер не заснял. В общем, такая, я читала книжку Сен-Жермена, вот тут рассказываю. Читаю книжку, рассказываю. А компьютер это видео не заснял. Которые там по 8 минут, такие видео небольшие. Я уже загрузила на мою страницу, на мой канал Ютуба. Так что имейте в виду, смотрите продолжение. Я буду такие короткие делать видео. Потому что нужно понимать. Я такая говорю, полчаса. Вот, книжку читала, разговаривала, говорила. Такая рассуждаю, снимаю, знаете, материал, видеоматериал для моей творческой студии позитивного мышления. И пожалуйста. Имейте в виду, будут такие небольшие видео, так смотрите, кто хочет, тогда с продолжением. Так, следующее. Я рассказывала про кого? Про Ганина рассказывала. К которому я ездила много лет назад, 20 лет назад примерно. Который по руке, можно сказать, по линиям, знаете, по линиям руки. Ну, такой интересный мужчина, интересно было его послушать.
Ну, я не привыкла это пересказывать дважды. Что, я должна опять все пересказывать, что ли? Про Саибабу, то, что я эти видео загрузила на мою страницу ВКонтакте, Дайан Салман через Дефис, Мактум Сайфуллин через Дефис. Такая говорила все это. А ты опять должна, это все говорить? Я вообще не поняла. Такая рассуждала там на тему трансформации вообще. Вот это надо. Так что имейте в виду, как я там увижу 8 минут, у меня я моим компьютером снимаю, сразу нажимаю стоп. Теперь будет 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфуллин. Так что вот. Я думала, как красиво так сказать. В общем, да, там это видео Натальи Правдиной, ну, вообще вот это вот, ну да. Ну ладно, сейчас покушаю. Если пропущу там 8, ну может быть будет чуть больше. Потому что не буду же я постоянно смотреть, сколько там. Все, Татьяна Салмановна, уже пора нажимать, уже почти 8, почти 8.